Мой призыв коснулся важнее всего. Повод я доискал, не пойму одного. Как по краю окна, столько лет, столько зим. И великий герой, целый и невредим. Она случилась луна, сердце тонуло вниз. И кровями всегда, всем снегшим потом. А под спином ракетами жгут фонари. Дробным вальсом по спинам ставился. Идет охота на ланша. Обычно в такие дни делаются зеленые концерты, а нам так эта программа стала трепетна и неравнодушна, что мы даже друг друга ни разу не подкололи еще сегодня. Думали, Гриша сегодня стихотворение выпустить читать. Следующая песня о любви, называется она «Аисты в гнездах». Она была написана давным-давно. И мне бы очень хотелось, чтобы после этой программы мы все равно ее не прятали куда-нибудь на полку, куда уходят альбомы после того, как мы их играем. Вот, продолжать ее петь, потому что она такая, знаете, кажется, одна из самых тонких наших песен о любви. Аисты в гнездах. Thank you.
заставляет. Ты молчишь или дышишь, мы летим через горы. Если бы позвал.